Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Оля Рейнбоу, и с вами Ольга. И в прошлом мастер-классе мы с вами научились делать вот эту вот чудесную корзинку. А в этом видео я хочу показать, как я окрашивала вот эти вот яйца. Ну что ж, поехали! Для покраски яйца нам понадобится акриловая краска зеленого цвета, блесточки, также зеленого цвета, кисточка и яйцо. Содержимое яйца я этого выняла. То есть, кто не знает, как это делать, можете посмотреть в одном из моих последних мастер-классов. Итак, открываем краску и приступаем к окрашиванию. Сейчас я прокрашу половину яйца, набираю краску, очень плотненько вот так вот наношу, закрашиваю белую часть. Так, половина яйца я уже прокрасила, затем отставляю красочку в сторону, беру блесточки, и вам необходимо будет взять пустой лист бумаги, и сейчас мы на этом листе бумаги будем присыпать блесточки. Пока краска не просохла, эти блесточки очень хорошо приклеятся к яйцу. Немножечко так вот посыпаю. И можно пальчиком приминать. Готово. И поставим на вот такую вот подставочку. Подставочку я сделала из обычной полоски бумаги. И ставим на просыхание буквально на 10-15 минут. Итак, 15 минут прошло. И приступаем к окраске второй половинки. Ставим яйцо на просыхание. Вот так быстро и легко у нас получилось замечательное блестящее пасхальное яйцо. Всех поздравляю с наступающим праздником, желаю здоровья и удачи, а мы с вами увидимся в следующем мастер-классе. До новых встреч, пока-пока!